Всем привет, с вами Тоди. Сегодня у нас на учете Moons of Madness. Это игра про космос, про лавкрафтщину, если это можно так назвать. И мне это очень нравится. Поэтому давайте начнем. Новая игра. Загрузка. Я надеюсь, никто не слышал этого. Потому что это было ужасно. Встать с кровати. Не каждому под силу такое. Особенно, когда первый парень. Пробуждение. Что здесь происходит? Иллюминатор и какие-то надписи. Понедельник. Тудулист. Какие-то фонари красные. Окей. Это наша каюта. Ого. Вот это монитор. Вы посмотрите. Какой огромный, офигительный. Что такое же? Вот, кстати, лампочка и ящики из Икеи. Окей, ладно, осмотрели каюту, можно двигаться дальше. Открыть. Я что-то пропустил или что исходит? Алло? Есть кто-нибудь есть? Не знаю, но здесь есть фонарик. О, как в Silent Hill. О, да. What the hell happened here? Не знаю, но... Вот это... Это не к добру. То, что здесь кровь, это в принципе не к добру, но... Вот это... Это еще страшнее. О, диванчик. Точки везде. Уютно у них тут атмосфера, я смотрю. Все каюты заблокированы или просто закрыты. Записочка. Что здесь? У меня все плохо с английским, так что я ничего не понял. Да. Так, а лампы не надо. Везде вот этот знак. Штучки. Их можно скушать? Видимо, нет. Ладно. Там есть кто-нибудь? Это было страшно, если что. Так, я сделал звук потише. Почему? В смысле, потому что он прям нереально громкий у меня сейчас. Все. Идем. Как бегать? Ох, тентакли. Как дела? С вами можно поиграться? Но нет. Ладно. Мать вашу. Что-то нас кроет немного. Так. Заклинившая дверь сломана. Хорошо, мы как истинная Айза Кларк. Сейчас будем все чинить. Все налаживать. Даже кто это ваша власть? Ебан, сейчас будет скример, guys, я обещаю. Скример. О, ломик. Есть ломик, значит, игра выиграна. Yes. Теперь мы Гордон Фриман. Инвентарь. Где инвентарь?
Можно ломики экипировать? Я вас умоляю. Управление. Бег. Движение. Биокомп. Так, ну, пока что биокомпа у нас нет. Или есть? Вроде нет. И бегать мы тоже, к сожалению, не можем. Так что, если придет какая-нибудь бабайка страшная, мы, скорее всего, умрем. Ладно, не суть. Как мне достать ломик вообще? Понимаю, то, что нужно сейчас идти чинить ту дверь. Я хочу посмотреть, что здесь есть. Здесь темно, холодно, страшно, сыро. Бегут всякие тентакли подобные монстры. Здрасте. Тут есть кто-нибудь? Никого нет. Ладно. Везде вот эти тентакли. А, это труба. Ясно. Это обычная труба. Вот это уже. Так. Кайф. Ладно, открываем. Дружище, я все понимаю, но давай ты достанешь ломик и будешь хотя бы держать его в руках. На всякий случай. Ты же сам понимаешь, что здесь творится какая-то неадекватная дичь. Ты только проснулся. Корабль весь в тентакле, в какой-то биомассе. С кем говоришь? Отключить. Что делать? Что не надо скримеров? Тут что-то есть. А, тут лут, похоже. Господи, что это было? О, мой Боже. Что это было? Rise and shine, folks. Is everybody okay? I almost spilled the coffee. Oh my gosh. I'll have to check the reading. Блин, я чуть не умер. В смысле, блин, жизнь. Страшно. Опять встаем. Доктор Ван Бюрен, you will assist me at the landing site for the Cyrano. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Aye, aye, Captain. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out. Private channel time. Я думаю, стоит включить субтитры. Субтитры. Not an easy choice. Это что было? Так, допустим, мы все здесь облутаем. У нас есть что это? Камешек какой-то. Возможно, это кристалл, который дал нам G-Man. И далее будем с ним развлекаться. Так, ну это письмо от дочки. Мы его читать, разумеется, не будем. Посмотрите, до чего дошли технологии. Отдельно миниатюрная клавиатура и отдельно нампад. Я также хочу. Осталось только докупить нампад с подсветочкой. Ага. Так. Нам нужно найти пропуск. Хорошо. Что-то упало. В принципе, и пропуск. Что это? Добавить в инвентарь. Окей. Что мы уронили? Изучить. Там был код какой-то. Там был точно код. Я видел. 0509. Да. 0509. Поставь. Умница. Так. Я так понимаю, нам нужен код. Да. 09.
успешно. Эллиптики, отойдите от экрана. Что здесь? Оповещение, доклад, обновление системы безопасности. Всем сотрудникам, внимание! На завтра запланировано очередное обновление системы безопасности. Запишите и запомните новый код, иначе вы не сможете выйти из своих комнат. Администрация. Окей. Я бы умер в своей комнате, значит. Программирование солнечных батарей. Доброе утро, дружок. Уилкокс, окей, своей бесконечной благости позволила тебе сегодня выспаться. Но это значит, что доктор Ван Бюрен, или Бюрен, не знаю как правильно, отправился на посадочную площадку Сирану. Будем разбираться с управлением, когда он вернется. Я знаю, что Лукас немного повозился с кодом биокомпа, так что сначала свяжись с ним. К тому же у тебя будет шанс встретиться с доктором и немного поболтать. Привет, Деклан. Можно как-то... Привет, Деклан. Указанные неполадки по солнечной батарее не подтверждаются. Я запускал диагностику несколько раз, и все было в порядке. Это, похоже, входит у нас в привычку. Пора решить вопрос с управлением, даже если для этого потребуется какой-то долгий обходной путь. Все равно будет удобнее, чем постоянно использовать запасные аккумуляторы. Шейн. Next. Так, этого я не хотел, знаете ли. Вернись в ПК. Окей. Обновление. О, нет, разглашение с Мантикорой. Обновление соглашения о неразглашении с Мантикоркой. Доктор Ньюхарт, в ваше соглашение о неразглашении были внесены изменения. Пожалуйста, войдите в систему при первой возможности. Ваше согласие – простая формальность. Все изменения уже вступили в силу. С уважением, СД Порт. Начальник отдела кадров Мантикора. Дружище, ты можешь, пожалуйста, не выходить, не вставать из-за компа, а просто сделать вот так. Вот так. Умница. Миссия Invictus. Исследование микробной жизни на Марсе. Закон парности, захватывающая концепция. Когда мы обнаруживаем один пример явления, это аномалия. Но с учетом гигантских размеров Вселенной, второй пример – это уже признак того, что явлений гораздо больше. Миллионы, миллиарды. Триллионы. На данный момент мы точно знаем, что жизнь существует только на Земле. Аномалия. Нам нужно найти второй подобный случай. Подойдет любая жизнь, даже примитивные инопланетные микробы, даже окаменелости микробной жизни, которые мертвы уже миллиарды лет. Всего одно открытие развернет перед нами Вселенную, наполненную жизнью. Все, что нам нужно сделать, это найти второй пример. Я уверен, мы его найдем. Я уверен в этом. Confirming my ID bypassed security. Doors unlocked now. Шейн Ньюхарт, инженер. Уровень допуска 1. Ну, как обычно, да, как обычно, играем за инженера. Так всегда. Никогда нам не дадут поиграть за начальника. Технологичника. О, вот это раковина, конечно. Это раковина, ладно, идем. Well, the rest of the team's out dusting the landing pad, and Dr. Volkova's apparently deep into her biocultivation duties. So, I guess that means you have the base all to yourself. And where are you? Once more, I venture into the great unknown. On duty at the satellite dish, and currently communicating, which is technically my job, kind of. Ок. Опять он. Я не могу прочитать последние два слова. Все плохо. Закрыто. Не поддается. Куда нам идти? Дальше нам идти. Ого. Я так понимаю, мы где-то на Марсе. Я просто понятия не имею, где происходит действие этой игры, да. Протоколы какие-то, говорите. Протоколы безопасности. Это нам не надо.
Да, мы действительно где-то на Марсе. Можно выйти? Можно выйти, пожалуйста. Привет, Мигает. Hey, what's up with the lights? Yeah, getting some odd spikes in power as the batteries kick in. Hey, you just hang tight while I do your job for you, okay? No, have a coffee. No, really, take a load off. Знаете, вместо вот этой стены можно было просто поставить колонны. Немного экономии ресурсов, так сказать. О, опять эта штука. Do I like poking fun at a shared paranoid delusion while everyone is tired and isolated from human contact on Mars? Okay, killer. Remind me not to talk to you before you've had your coffee. То есть, как минимум, уже двоим людям приснилось вот это. И у нашего главного героя не возникает никаких вопросов. Никаких вопросов, в смысле. Вау. Самый черный кофе, который я видел. Теперь он классный. Теперь он классный цвет. И с полигонами. Кайф. Люблю пить кофе с полигонами по утрам. Что здесь? Непонятно. Фонарик. Фонарик. Это надо. Так, вот у нас и открылся журнал. Но сначала в холодильник. Можно? Нелегкий. А! Яичница с беконом, овсянка с пряностями. А, это что, это что? Это, наверное, недоработано, окей. Ну, яичница с беконом классно. Кайф. Но я бы посоветовал ему запивать все это дело кофе. А, что у нас с рукой? Так и должно быть. У нас шрам какой-то на руке. Открыть журнал. Crap. What's up? I seem to have misplaced my bio gauge. Josie saw it in the lab on her way out. Told me to tell you. Better get it before you do anything else. Speaking of which, that should do it. I fixed the lounge door to the lab. Окей, все, конечно, понимаю, но как ты мог оставить где-то питбоя? Как это называется? Эй. Эй. Ок. Просто взял, где-то обронил свой био-ПК. Нет, био-компьютер. Вот. Это звуки. So weird. Deja vu. Да, у тебя дежавю, дружище. There was a stuck door in the dream I had. It's not important, it's just weird. You're forgetting the last three times something malfunctioned in this over-engineered campsite. Okay. Serious question time. When you get Earthside, are you going to ask Manticore for a raise? You think if I ask, they'll give it to me? No. Я так понял, лучше все-таки общаться по рации. Так мы поближе узнаем главного героя и других действующих лиц. Так, нам... Я так понял, нужно найти сейчас ломик. Дверь, откройся. Дверь. Рима, это слишком технологично, чтобы открыться с первого раза, но... Откройся. Спасибо. А где нам взять ломик? Ну, разумеется, не здесь. Разумеется, что не здесь. Шахматы даже есть. Давайте посмотрим вообще, что тут. Ну, типичное представление Марса. Да. Так он и выглядит. О, что это у нас? Записка. Можно ее подобрать? Допустим. Фирменный бланк Орочи. Значит, оно официально. Фотография на новый пропуск ждет вашего одобрения, капитан Уиллокс. Администрация. А, неплохо выглядит Делапор. Одобрено. Сори, что заикаешь. Это довольно трудно, знаете ли. Так, ладно. Нам нужно найти, значит, тот ящик замечательный. И вырвать оттуда ломик. Понятия не имею, где его искать, потому что здесь все заперто.
прошлый раз, в смысле во сне, мы вроде бы пришли отсюда. Если я ничего не путаю. А. А. Да, я немного слеп, знаете. Давайте откроем наконец эту дверь. Темно, ой, как темно. Блин, Гейс, у вас это помещение точно используется? Дверь почему-то закрылась. Ладно, будем искать наш бека. Это он? Похоже, это он. Перевернуть. Что здесь? Что значит забросить? Не буду нажимать эту кнопочку. Нажать. А. То есть настолько интерактивно. Отлично. Declan, I found the bio gauge, but it won't turn on. I need to reset it. Find something small and thin. A pen should work. В плане. Допустим. Допустим, нашли. А, ноготь уже не вариант? А, ну у него не короткий, окей. Теперь работает. Показывает наш пульс, 70 BPM. О, инвентарь, отлично. Он очень маленький, кстати, мне трудно видно. Ошибка. Перезапустить. Что такое? Ручная перезагрузка. The quake probably knocked the panels out of alignment. This has been an ongoing issue. I'll have to adjust the solar panels manually. Я смотрю, здесь у них есть хромаки. И даже годное такое освещение. Какая-то супер-мега-технологичная камера, которая выглядит как бластер. Да. Неплохо. А нам куда? А. Вот туда. Двери очень медленно открываются. Уверен, это не раз сыграет на пользу тем существам, которые здесь будут экипировать. Это что? Так, надень его обратно. У нас почему-то костюм вместе со шлемом появляется. Ладно, не суть. Еще накачаем немного кислорода. Будем чилить. Отлично. В плане? А. Открыть. Ого, даже дадут побегать по Марсу. Кайф. Так, нам нужно солнечные панели искать. А, ну или так. Управлять вот этой штукой. Ладно. Что это? А, блин, можно это скипнуть? Как закрыть? Вот. У меня просто нет профессионального образования,
для всего этого. Хоть я крутил винтик с детства и нажимал рычаги, ломал коробки, все такое. Ну, чувак, а тебе удобно? Мне было бы не очень удобно. В скафандре, да еще и в кресле. Управление, к сожалению, автоматическое. I'm actually glad to have the Sirena landing today. Some fresh faces, and supplies, and distractions. Everyone's so on edge lately. I don't know, maybe I'm just imagining it. These dreams are starting to get to me. Yeah, you're not the only one having strange dreams there, Ace. You too? Oh yeah. I mean, put yourself in my shoes. You log out after your shift, eat some rehydrated meatloaf, and bunk down for the night. But the second you fall asleep, it feels like you're back at your desk and you hear the static again. Calibrate, more static, calibrate, then something sounds different, it's a pattern, you start decoding it, it's gibberish, but the static keeps talking. It wants you to hear the symbols. Как мы уже поняли, нашим героям снятся лютые кошмары. They're just dreams. Yeah, and then I wake up and there's scribbled notes around me. Feels like I haven't slept at all. All right. I showed you mine, now lay it on me. Dreams, nightmares, fantasies, your deepest, darkest fears. Let's hear it. Sorry, I just pulled up to the office. I'll have to get back to you on all that. Suit yourself. The anticipation is killing me. Я бы на их месте на самом деле обратился к людям, которые в этом что-то понимают. Потому что, ну, это не дело, когда тебе снятся кошмары, когда ты должен занимать подобную должность. Что если ты не выспишься, или у тебя будет огромный стресс, тебе придется работать с панельками, и ты в итоге сломаешь. Нужно быть аккуратнее. Declan, Go, oh, hey, just got an update from Commander Wilcox. Landing site preparations are underway. Also, she told me to clean up my shit at the comms tower. She didn't want to scare off the new recruits. I like Josie. Окей. Поднимаемся. Скоро на нас выскочат демоны из Дума. И мы будем убивать их. Да? Ведь Думгай? Правильно. А, надо бы уже определиться, кто мы. Думгай, Айзек Кларк или же Гордон Фриман. Не знаю, что это. Что здесь? А, найти энергораспределитель. Вроде нашел. Или нет? Что делать-то? Это так странно на самом деле. Я могу прыгать? Прыгать я не могу. Но я могу забраться по ящику. И, как я понял, залезть. Да-да-да. Дружище, ты бы аккуратнее, скафандр еще повредишь. Нифигово. Что это за звук? Как будто кто-то просвистел. Нет питания. Установить питание базы. Как это сделать? Не знаю, наверное. Панели are definitely desynchronized. I'll have to connect with my bio gauge to rotate. If I'm quick, there may still be enough hours of daylight to recharge the overnight batteries. Наверное, просто стоит идти по вот этим фонарям. Все будет у нас хорошо. Whoa, Declan. A whole section of the scaffolding here has collapsed. Oh, it was the witch! Or we had a minor quake recently.
Марсотрясение. Вау. Где я рухнул-то, я не вижу. Досмотреть. Серьезно, не вижу, куда смотреть. Окей. Блин, а глупо ли что-то? То есть вот что-то здесь разрушено. А, понял. Так, как мне сканировать? А, так. Подключить. Может, соточку? Понял. 95 хотя бы. 95. Окей. В принципе, 95 достаточно. Теперь надо со всеми так сделать. Или что? А, с этими только осталось. А, три секции. Три секции панелей. Окей. Сейчас все будет. Такая лестница крутая. Это не совсем удобно, если что. Не знаю, как сделать лучше. Что это? Может так? Да вроде бы нет. Все то же самое. Да. Это что? А. В любом случае, выше 79 эта штука не поднимается. Окей. Идем далее. 50% кислород. Надо успевать. Что здесь? Declan, who was out here last? Probably Lucas on some errand for Volkova. They're always up to something weird. Creeps me out. I have never met a normal botanist. Нашли воздух. Можно жить. Так, какая-то сволочь ворует наши батарейки. Предлагаю с этим разобраться. Лифт работает? Лифт работает, посмотрите. Отлично.
kind of glad to get out of the base. Walk around. Yeah, it's nice to step outside. Breathe in that non-existent Martian air. Well, there's that. But I can move out here. I don't know, spread my wings a bit. Like a beautiful dead Martian swan. Like a dead Martian eagle, thank you. Справедливо. Так, здесь батарея уже есть. Ее я заберу с собой. На всякий. Сканируем. Нет питания. Ладно. А что у нас здесь? Если быть точнее, кто? Открывайте ворота. Только атмосфера теперь. Снимаем наш скафандр. И выходим нафиг отсюда. Где вашу? Don't know. Thought I saw someone. Don't see anyone now. Let's just get this done. Да, панели. Сделаю еще тише. Ну что? Сегодня как-то громко. Да, это было правильное решение. И здесь есть свет. Свет есть спасение, я считаю. Что, это батарея та же? Или нет? Теперь я нифига не слышу. Ладно, допустим. Вот это ноутбук, Грейс, посмотрите. Вот это ноутбук. А чё он такой толстый? Чё он такой толстый? Даже MacBook тоньше. Хм, бред. Будущее? Будущее. Hey Declan, why don't you give me your password? I'm just gonna check out your browsing history. Hard pass. Смешно. Открыть дверь. Читать мы больше не будем, скорее всего. Это мы будем делать только для расширения хронометража. Да. Какой вот я плохой. Что это? Еще одна батарея. Замечательно. Можно еще одну? Пожалуйста. Технологичный сортир. Ох. Эти ящики, языки. Тесноват. I should grab that cell powering the facility before I go. Там был лютый скример в прошлый раз. Сейчас опять будет, мне кажется. Мне все плохо с психикой. Буду кричать, буду вещать. Нажать. Открываю. Шейн, what is the situation at the solar site? Panels are out of alignment again. Until the Cyrano gets here, I don't have the parts to test. Can't confirm the issue 100%. All right, just so you know, anything breaks around here and I've got four Orochi execs on my ass. If you want to explain to them why a multi-million dollar piece of equipment is being manually adjusted every day, be my guest. But we have a mission and I'd rather focus on that, not fucking filling out paperwork. Copy? Copy. Not your fault, but after the Cyrano lands, no excuses. Get it done. Over and out. Конец связи, да. Бежим вставить батарейку. Хоба. И вязаем это дело. Подключить. Посмотрим, сколько сможем набрать. 54 максимум.
Я, типа, ничего, наверное, не могу с этим поделать. Или могу? Давайте еще раз попробуем. Да, максимум 54. А, тут еще вот что есть, оказывается. Нормально. Это я не знал, кстати. So that you can see when Phobos is passing overhead. It circles Mars 3 times a day, you know, and it is required that everyone downloads this program. I've already added it to OS to ensure that you don't forget. Thanks. You're welcome. I think it'll really help with morale. Надеюсь. Девяносто семь. Тоже неплохо. Declan, the solar panels are now calibrated. Heading up the hill to the conduit. Uh-huh. Yeah, I mean, copy that. А почему у них нет автокалибровки? Будущее ведь уже настало, как могли бы добавить автокалибровку? Может, если даже сейчас всякие диавайщики делают подобное с панельками? Еще нет батареи. Да. Туда. Обратно. Идем по скалу. Не знаю зачем. Так надо, наверное. Был очень страшный звук сейчас. Вот прям очень. А вот сюда, как я понял. Стоп, что сделать? Энергораспределитель. Где мне найти этот энергораспределитель? Вот это что ли? Это он? The power conduit is shut down. There should be a fuse switch on one of the sides. Блин, а можно подпрыгнуть как-нибудь? Вот он. Отлично. Блин, мне нравится то, что эта игра довольно, ну, здесь много интерактивности. Не знаю, как это еще назвать. Отлично. Вернуться на базу. Shane, I've got good news and bad news. Good news, I think we just found water on Mars. Bad news, it is spraying all over the greenhouse. Restoring power must have triggered the pumps, and I'm showing significant pressure loss across the system. Can't be cut off remotely? Oh, sorry, cowboy. This is a job that requires your hands-on expertise. All right. Heading back now. Правильно, мы ведь инженер. Мы инженер. Сейчас все поправим. I have water spraying all over my greenhouse. I would not expect this from a new heart. Can't you just turn it off? I do not have time for this. You will fix this. Jeez. Who's shitting her cereal? Не знаю. Воздух сам не восстанавливается. А жаль. Как вот кислород? Так, давай внутрь. Запустить. Um.
Вот мне кажется, надо двигать все-таки контроллером, чтобы, я не знаю, давать сигналы машине. А то ты просто положил руку на джойстик, да, джойстик. Мне кажется, это так не работает. Still fighting that headache? Yeah, I still can't shake that dream. Part of it was a memory from when I was a kid. Это была сцена из детства. It was the last birthday party my mom was around for. She left not long after that. Do you know what happened to her? Not really. It was big news when she disappeared. She was a big shot theoretical mathematician. Oh yeah. Everyone knows Dr. Newhart. I mean, I had to read Engineering Dimensions in grad school. All I know is the day after my birthday, I head downstairs for breakfast and I couldn't find her. The basement door was wide open. It was the only place she could be, I thought. So I went down. There was she wasn't there. Or anywhere. We searched for years. Ого. Главный герой явно психически болен. Well, no better place to tackle your problems than from 130 million miles away, right? Потому что ему, повторюсь, снится подобное, а он обращается не к людям, которые, по идее, ну, должны как-то помочь ему, а просто к своему другу, приятелю, не знаю, кто он ему. Возможно, просто коллега. Странный герой у нас. Ну, какой есть. Что случилось? Точно, точно, точно. Забыл. Не умер. Где теплица? Идем в сектор гидропоники. Точка сохранения. Ой, как все залагало, ой, как все залагало. Можно не надо, пожалуйста. Так, ну. Дезинфекция. Опять все лагает. Выглядит красиво. Declan, the greenhouse is definitely in a sorry state. This has got to be fixed before the Cyrano lands. Well, the major issue is the water reclaimer. Now I'm reading it as offline. Work your magic. Очень сильно лагает. Извиняюсь за это, но у меня очень слабая видеокарта. Так. Так, а вот это нехорошо. Это очень даже нехорошо. Там что-то есть. Да что-то определенно хочет нас сожрать. Не уверен в этом. Что здесь вообще произошло? Пользуется пока. Надо дверь открыть, наверное. Нет, здесь просто журналы. Ладно. Может, ты перчатки возьмешь? Не хочет. Наверное, он уже в перчатках. Наверное. Не знаю. Рук ведь нету, тело тоже. Было очень полезно, знаешь ли, сломано. То есть никаких вопросов не возникает то, что вот эта дверь, которая, скорее всего, весит несколько сотен килограмм, она, знаете, немного покошена, да, совсем чуть-чуть. Ну типа, ну поправимо, ну что могло вообще случиться? Ина? What is it? The door to underground access is locked. I have instructed Dr. Van Buren to lock all doorways to critical projects. This is the culmination of my entire life's work.
We do not want contamination. I can't fix it if I can't get to the pumps. That is an inconvenience? You are the inconvenience. Figure it out. That is your job, yes? Ты не офигела, дурочка? Мне кажется, затопление вот этого комплекса это более важная проблема, нежели то, что мы, видите ли, испортим тебе твой эксперимент. Ну, реально оборзевшая, посмотрите. Что делать-то? Нам надо вниз попасть как-то. Открываем. Опять все лагает. Дайте угадаю. Нет? Разве? Жаль. А, то есть вы предлагаете нам вот эту штуку разломать? Или... А, я просто очень зрячий, знаете ли. Прям нереально. Там вроде бы ничего нет, но проверить стоит. Стоит. Ничего нет, как и ожидалось. Ладно, лезем наверх. Повторюсь, там какая-то штучка. Вот там, да. Здесь открыто почему-то. Здесь она тоже, здесь она тоже. Вот, чувак, может ты как-то прокомментируешь это? Это может быть просто масло, но не факт. Масло ведь не оставляет такие узоры. Что это? Понятия не имею, что это. Но заберу. А, это рычаг. Вентиль. Можно забраться туда? А, блин. Что происходит? А. Это... А. Блин, я действительно слепой. Ты умен, забрал хотя бы. Действительно умен. Посмотрите на него. Точно ведь инженер. Так. Это не есть хорошо, дружище. Ты ведь понимаешь это? Почему ты ничего не комментируешь? И что, один должен справляться с этой задачей? С этой непосильной задачей. Вентиляция. Как в Alien Isolation, кстати. What a mess. I gotta keep an eye on that steam so I don't get burned. Врачу. Все, запираем. Доктор Волкова? Что это было? Куда смотреть? Волкова? Это, как я понимаю, русская фамилия? Вопрос, что это было и как я это пропустил? Не надо напрягивать на меня из-за углов, окей?
Знаете, что я сделаю? Я сделаю вот так. Просто, чтобы так сильно не лагала игра. Спрыгиваем. Куда? Здесь какие-то лабиринты. Корни. Не опасно. Где то, что нам нужно? Больно. Может, надо просто пройти? И, скорее всего, просто пройти. Да. Куда мы идем вообще? Он так спокойно. Что это? У нас по кораблю ползает какая-то бабайка. Что это? Подумаешь, какая-то тентакль из Dead Space здесь ползает. Ну, в будущем ведь живем правильно здесь. Мало ли что может существовать. Класски. Знаете, если бы я вот первый раз увидел эту штуку, я бы просто взял, завизжал, свалил бы оттуда нафиг и сказал: гайс, нам нужна подмога, у нас здесь все нереально плохо. Здесь бегает какая-то бабайка, и мне немного страшно. Помогите. Что это за звук? Я же точно слышал, что здесь кто-то был сзади. Допустим, забираем. Все. Скрип почему-то до сих пор сюда показывает. А, не. Порядки. Штуки. Офигеть. Почему ты об этом не сообщаешь? Oil. It seems like it's spreading. It is not contaminated. It is changing, evolving. It's beautiful. It is reborn. This doesn't look right. Oh, constant interruptions. I do not have time to explain myself to you. Ты реально дура? Или что? Ты тут выращиваешь мини-гзен, блин. Как же бесит эти сволочи. Ладно. Бабаек нет? Вроде бы нет. Наконец-то. О, нет. Он второй левел? Of course he leaves his ID. At least he has a higher clearance level. Well, Lucas, I'm gonna need to borrow this. Заберем. Что здесь? Jesus, this can't be Lucas again. Who just takes this stuff apart? Нет совместных предметов. Water reclaimer pieces? Для совместимых. Для совместимых.
Так, стоп. Сначала мы проверим, что здесь. Диагностика очистителя. 76,4. Погрешность в пределах нормы. Окей. Я никогда не понимал вот подобное. То есть, серьезно. Какую фигу у вас постоянно, блин? Все в разброс. Это ненормально, мне кажется. Пустит воду. Ошибка. Все, блин, оборудование в разброс. Что же вы творите, генератор? Lucas, the pieces for the water reclaimer are missing. Where are they? The reclaimer pieces are in their proper receptacles. More specifically, follow the colored pipes. Справедливо. Sorry, I need elsewhere. Нет, пока что теперь вот на части. А вот скоро уже начнут. Эти штуки. А ну здесь везде, алло. Это дури пофиг. Она радуется, она веселится. Здесь вроде бы ничего нет, пока выключен. Халат. Мне почему-то кажется, что это не совсем нормально. То, что какие-то растения в виде тентакли здесь у нее везде. Какие-то цветы странные. Хотя, головка обычно. Еще куча всякой дичи разной. То, что нам надо. Видимо. Now just find the other two so we can clean up this mess. Активировать. Что это вообще такое? А. Нам еще надо будет что-то сделать. Ладно, как скажете. Ого. Кстати, нифига не вижу. Сейчас самый момент, чтобы напугать меня. Я же не понимаю, о чем ты. Я слышал то, что там что-то случилось. Ты не мог бы более конкретно и более понятно объяснить мне, кроме как Jesus? Я тоже могу просто орать. Больше вижу. Я ж нифига не вижу все равно. Самостоятельно. Давайте зайдем сюда. Просто так надо. Так надо. Открывай, отец. Что это?
знаю, что это, но думаю, это стоит нафиг отключить. Допустим. Jeez, they've really let these plants take over. Да. Так оно и есть. Знаете что? Уже прошел целый час, мы увидели много странных и иногда даже страшных вещей, но в любом случае я хочу сказать вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой Twitch. Пока!